Итак, я начинаю подготовку к постилке нового линолеума. Не очень он новый, но для нас он новый. Сейчас я попробую убрать сама ковры. Приступаю. Если вы думаете, что постелить линолеум самой без помощи специалистов невозможно, то вы ошибаетесь. Этот линолеум я постелила сама. У меня были трудности с тем, чтобы
переносить тяжелые вещи. Достаточно просто вынести все из комнаты, если у вас есть помощник. Если помощника нет и вы одна, то нужно будет двигать вещи с одной половины комнаты в другую. Мне повезло, в конце мне помог мужчина, буквально 5 минут, помог с тяжелым шкафом. А вот этот вот диван-кресло я перетаскивала сама, это было очень тяжело. Но способ есть, по чуть-чуть подпихивала рулон линолеума то с одной стороны, то с другой. В целом, дети мне чуть-чуть помогали, но это все оказалось вполне себе возможным. Не пришлось ждать несколько дней, когда освободятся помощники. Даня тоже, конечно, помогал. И вы видите завершение нашего процесса. Я очень рада, что за один день у меня решился вопрос с линолеумом. Надеюсь, я вас замотивировала. Осталось немножко подрезать по краям. Итак, я закончила стелить линолеум. Все, кроме огромного дивана и огромного шкафа, я подняла сама. Надеюсь, это видео было вам полезно. Это кресло я подняла сама. Этот стол я подняла сама. Там все спокойно, ровненько выверила. Холодильник передвигается сам. У него сзади микроколесики. Они мне очень помогли. Кровать легкая тоже сама. В общем, раскатать 5,5 на 3 метра линолеума вполне себе возможно. Ну, чуть-чуть мне помог один мужчина, который в это время к соседям шли гости. Вот тут мне надо будет обрезать. И очень даже удачно они шли на шашлыки. Я очень рада. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ждите следующие видео. Мои видео выходят в 7 утра. Каждый день я что-то где-то убираю, живу на даче, плюс в городе. Всем спасибо. Будем отдыхать.